Куры, куры. Куры отбирают зерна от плевел. Опа, петуха это достала, да? Щекотно? Приправа муравьиной кислотой. Вот так вот понемногу насыпать, по пару ковшиков, это где-то литра полтора. Ну, не знаю, как самих муравьев, съедят, не съедят, а личинки вот точно ухлопают. Можно высыпать на уплотненную землю. Видите, не все это понимают, в чем проблема. Как эту проблему решать? Мозгов не хватает, да? Сейчас где-то тут еще насыплю. Куры, куры, куры. Тупим, 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 тупим. О! Расчехлились. Что это за безумие, да? Бегают всякие разные. Вот. Попробовали. Сейчас пока от языка дойдет до этого, до мозга, может и час пройти. Заодно и землю съедят. Не выбрасывать же, да? Он уже бегает по этой, по курице. Альтернативные вши. Так. Йода тут тоже начала есть. Или ее начали есть. В нос залазят, да? Эхе-хе. Вы ж только ногтями глаза не это, не ковыряйте. О, личинка. Личинка от слова лечить. Арсений Селезнев, зверобой. В чем куры это? Трескают муравьев и личинок. И эти куколки тоже. Ну, в общем, все подряд, что попало. Конечно же, это надо будет и почесаться, как без этого, да? Но все равно. Так что приятного много, но приятного препровождения. Веселого, забавного. Как говорится, мурашки бегают по коже. Вот они и бегают. Те самые. Да, там муравьи начали это, копать эти туннели уже. Ну, в общем, пусть разбираются. Спорт. Спортивная охота, да? Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Если обнаружите вот муравьев на своем участке, знайте, что они обязательно будут культивировать тлю. А тля — это съедать растения как сверху, так муравьи могут заносить их и под землю на корни этих растений. Такое у меня часто случалось, особенно на топинамбуре.
там прямо такие колонии, они очень долго, даже в зимний период, живут и намного крупнее, чем вот эти, которые снаружи. Ну, пока не замерзнет почва, конечно же. Так что муравьи наши друзья, и надо пополнять источник белковых углеводов. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.